В Украине был ликвидирован высокопоставленный оккупант, подполковник ВС РФ Физул Бичикаев. Офицерский состав Вооруженных сил России успешно сокращается в ходе войны с Украиной. Подтверждена ликвидация высокопоставленного российского оккупанта Физула Бичикаева. О его гибели сообщили российские СМИ. 36-летний подполковник Бичикаев занимал пост заместителя командира одного из полков ВС РФ, участвующего в войне с Украиной. Ликвидирован он был на одном из украинских фронтов 2 мая. Согласно сообщению российских СМИ, причиной смерти оккупанта стало пулевое ранение, перебившее артерию. Было отмечено, что он якобы в день смерти, несмотря на высокую должность, лично повел разведчиков на выполнение особо важной боевой задачи. Если эта информация правдива, то она подтверждает сообщение украинской стороны о разрушении системы управления в оккупационной армии РФ. Высокопоставленным военным, очевидно, приходится личным примером заставлять свои разложившиеся войска идти в бой.